щирої і безмежної любові в цьому слові. Скільки ніжності і турботи ми отримуємо від матерів. Герої нашого сюжету вирішили привітати свою матусю зі святом і віддячити їй за усі тривоги, турботу та недоспані ночі. Отож, знайомимось, Зоя Поровська, любляча матуся та бабуся. Наша мама, вона як фейерверк, не знаю, як фонтан радості. Очень волшебный, чудесный человек. Она, с одной стороны, мягкая, с одной стороны, сильная, с другой стороны, очень строгая, может быть. Несмотря на ее небольшой такой рост, она внушает такое впечатление весомого человека. Мы, дети, вот я семья, очень важны на первом месте, поэтому всегда придет на помощь. Нелегко виховувати чотирьох дівчат, але матуся наших героїнь не тільки виховувала їх в атмосфері любові та довіри, а й насичила їх дитинство яскравими та веселими моментами. Дуже багато зв'язаних впечатлень з мамою і з морем. Мама дуже любить море, завжди знаходила можливість, навіть в трудні такі часи, знайти якісь путівки, щоб з'їздити нас оздоровити. Своих деток и самой отдохнуть. Много брызг, много смеха. Она очень звонкий такой человек. И даже одна забегала, но еще мы любили тоже рядышком с ней или там хвостиком за ней. Заручившись підтримкою програми «Новий день», дівчата розпочали операцію «Подарунок для мами». За легендою, Зою Михайлівну запрошено до участі у зйомках сюжету для ранкової програми. Ми підготовили подарок для нее. Это как бы вот частичка, мы затронем частичку ее мечты, которая, ну, можно так сказать, конечно, несбыточная, вот, потому что не всегда вот наши мечты сбываются. День сюрпризу настав, і наша героїня прибула на зазначене місце зустрічі. І поки наш режисер відволікає її розмовами, команда «Нового дня» разом із сім'єю Зої Михайлівни прибули до Миколаївського коледжу культури та мистецтв і взялися за останні приготування. Вона любить, вона підтримує, вона розуміє, несмотря на всякі там, мої, як би, вона завжди рядом. Це той чек, на який можна завжди прийти. Пожаловаться, рассказать, она может, дать совет, поддержать. Бабушка всегда веселая, по-моему, я не видел ни разу, что бабушка грустила как-то. Всегда есть у нее, какие-то смешные истории, всегда поднимет настроение. И ось ключевой момент настав, и казка для нашей героини настає саме зараз. Почти каждая девочка хочет быть Золушкой или принцессой какой-то, или выходить замуж и ехать в какой-то такой карете. И я когда сюда села, я это вспомнила, и мне очень здорово сейчас. Я не знаю, сколько мне лет. Наверное, не знаю, лет 7-8, наверное, внутри сейчас. И кажется, что все мечты, они, которые вот есть во мне, они еще все впереди, все сбудется. Вот это здорово, наверное. У меня столько мыслей летит, что я не успеваю, наверное, даже их поймать. Они проносятся, и очень много радости. Але на цьому пригоди нашої казкової матусі не завершуються. І на неї вже чекає галантний кавалер, який супроводить її до мрії. Тут моя дитина вчилася. Ми вже наближаємось до кульмінації. Зоя Михайлівна мріяла стати балериною. Саме тому студенти коледжу культури і мистецтв приготували для неї незабутній виступ. Thank you.
Мамочка! Мамочка, мы тебя очень любим. Мы тебе хотели такую маленькую сказку сделать, чтобы ты себя Золушка почувствовала, балериной. Мы тебя очень любим, очень ценим. Ты наша самая лучшая, самая неповторимая. Ни у кого такой мамы нет. Это такой маленький сюрприз от нас для тебя. Спасибо, девочки, спасибо. Рубите, девочки, не уходите. Я хочу вас тоже обнять. Давай же мне, давай же мне. Семи, коробка. Героиня вражена. Вона не очікувала такого сюрпризу. Ничего не ожидала. И для меня все... Я сейчас нахожу какие-то слова, но этот сюрприз удался, одним словом скажу, потому что я ничего не понимала. Не догадывалась, я только одно думала: да, Саня, я тебе перезвоню и расскажу, что это было. Но я еще хотела, мне просто хотелось послать смс-ку одним восклицательные знаки и очень много многоточия, потому что я не ожидала. И это был такой сюрприз, который я просто вас, все женщины, мотивирую. Идите в сюрпризы. Может быть, сначала страшно, но очень здорово, весело, хорошо и радостно. Радуйте своїх близьких, даруйте їм незамінні хвилини щастя та радості і насичуйте їхні сірі будні яскравими барвами життя.